Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Жди меня». Как всегда, по понедельникам, в перерывах между сериалами, для того, чтобы вы могли спокойно в течение часа поплакать, мы рассказываем вам душещипательные истории о том, как мы в очередной раз кого-то нашли. Героя нашей сегодняшней программы зовут Семен. Мы нашли его на вокзале, где вот уже много лет он всматривается в лица отъезжающих и приезжающих. И мы сразу поняли, что он кого-то ищет. И пригласили его в нашу программу. Пожалуйста, Семен, вам слово. Спасибо, спасибо. Мы встретились много лет назад. Я тогда был еще молодым, красивым парнем. Учился в первом классе. По возрасту она была гораздо, гораздо моложе. Год на полтора. Она играла в песочнице, а я подъехал на шикарном двухколесном велосипеде. И это была любовь с первого взгляда. Ну, к сожалению, мать ее, в смысле, ее мама не захотела, чтобы мы были вместе. И под предлогом обеда увела ее раз и навсегда. С тех пор я постоянно вспоминаю те счастливые мгновения, проведенные вместе. Уважаемый Семен, вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы прекрасно понимаем вас и ваши чувства. Пожалуйста, посмотрите повнимательней в зал. Вы никого здесь не узнаете? Ну, смелей. Семен, а вы уверены, что это та, которую вы искали? Семен, ну будьте, пожалуйста, внимательней. Посмотрите в зал еще раз. Простите, Семен, я, конечно, понимаю, что прошло много времени, но, к сожалению, вы ошиблись. Но будьте, пожалуйста, внимательнее, у вас есть еще одна попытка, соберитесь. Ну... Семен, но вы опять ошиблись. Это тоже не она. Похоже,
Все дело в том, что в зале ее нет. Мы не смогли ее найти. Но если бы мы этого не сказали, возможно, Семен был бы счастлив. И с вами, и с вами. А может быть, даже и с кем-нибудь еще. Ищите друг друга, надейтесь и будьте счастливы.